засели, поехали с дачи короткой дорогой. После дождей, видимо, подтормочила дорогу. С Мордоком, с Максом, когда мы ездили. Короче, трип утонул у нас. Прилипли, хода не хватило, выскочить на сухое. Совсем чуть-чуть осталось. Вот мы вдвоем сейчас лагами и домкратами палок подложим под колеса. Пробуем выехать. Ну а тем, кто увлекается бездорожьем, а в особенности автомобилем Hyundai Taracan, хотел бы посоветовать канал с одноименным названием. Автор канала катается по бездорожью на своем автомобиле и делится записанными видео со зрителями. Также можно увидеть на канале, как отремонтировать таракана. Ну и как всегда, присутствует джиперская помощь. Проходим, смотрим, подписываемся. Ссылочки в описании. Всем привет! Сегодня приехали на такую лужицу, Андрюху либо вытащили. Discovery поехал. Пропер. Уже небольшая такая грязька. Андрюха первую тоже сбоку проскочил. Сейчас вторая пошла. Все, проехал. Предыдущую грязьку все проехали, добрались до переезда. Ну, вроде не сложно, просто каменистый. Сейчас будем переезжать. Андрюха первый пошел. Двигается нормально, ударов сильно не слышно. Сегодня Андрюха на комфорсерах, Discovery на нортреках, Патриот на дюратраках. В принципе, проехал нормально. Да,
Подъехали уже почти к дачам. Последняя такая небольшая лужица. Андрюха по традиции первый пошел штурмовать. Налегке. Дискарик. Поехали. Добрались еще до одной лужи. Казалось, та не последняя. Проехал. Мы с дискарем тоже эту лужу без проблем проехали. Тем временем там Невасик сидит. Дальше. Сейчас будем доставать. За Нивой уже приехали. Так что мы не успели помочь. Спили Невасика. 200. Куда-то его не Васика все тянет. Андрюха поехал. Где Нива сидела? Воду, друзья, воду! Все, проехал. Последний поехал дискарь. На этом у нас поездка заканчивается. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.